Доброе утро и добро пожаловать на мой канал. Утреннее кофе с молоком и сахаром. Я с ним немножко попозже, потому что еду сейчас к знакомой на завтрак и как раз сниму там утреннее наше кофе и завтрак. Давно что-то мы не встречались. Погодка так себе, серая, дождливая. Вот погодку сейчас я вам покажу. Вот такая вот у нас погодка. Утренняя. Тучки. Будет дождь. Всю ночь шел дождь, и сегодня будет тоже дождь. А я еду на вкусный завтрак. Да, на улице погодка, даже не хочется выходить. Стройка еще идет. Парковка занята. Паркуемся теперь на соседней улице. Немножко нужно пройти. Ой. Да, одни неудобства создают с этой стройкой. Ой, холодно. У нас градусов 8 градусов. Так. Поедем. Уже елочные базарчики стоят. Интересно, почем сейчас елки живые? У нас искусственно. Пару раз мы покупали, а потом чуть перестали. Стали искусственно ставить. А, знаете, почему перестали покупать? Потому что нужно было ее всегда утилизировать, выносить в определенный день, место. Если вовремя не вынес, то потом остаешься с этой елкой, самому нужно ее убирать. Вот. А сейчас, я думаю, никто ее выносить не будет, утилизировать. Ну, у тех, у кого есть дома, будут топить. Вот. Как-то так. Утренний кофе с молоком и сахаром. И вот такой вот у нас вкусный-вкусный завтрак. Только что достали из печи круассанчики. Всем приятного аппетита и нам тоже. Поедем сейчас на дачу, управимся. Пропустить нужно. Сегодня и пасмурно, и солнышко. Такая вот у нас погодка. Горчица как выросла. Все поле желтое. А с этой стороны он еще растет. Маленькая. Красиво. Приехали на лесопилку за опилками для куриц. Берем ведерочко, нам нахватает надолго. Месяц на 3-4 хватит. Купаем бревна. Приехали. Так сыро здесь. Что у нас тут? Речка поднялась. Столько дождей было. О! Да. Поднялась река. Как зеркало.
Только что было солнышко, опять набежали тучи. Опять выстроились. Встречают. Девочки, курочки. Встречаем. И Петя встречает. Все, солнышко ушло. Теперь будут вот такие вот тучи. Да. Вязаные носочки новые. Ну как, классно? Угу. Теплышко. Все. Красота. Ну что вы тут, а? Как поросюшки все грязные. Да. Дождик, да. Так. Хочу показать нашу кормушку, как мы кормим кур. Вот такая вот у нас кормушка. Сюда мы засыпаем. Засыпаем корм. Потом устанавливаем грузики здесь. На какой вес. Потом Петя, тихо. Курица встает ногами на эту подставку и открывается кормушка. Вот. И вот так они кушают. Подходит, встает на нее ножками и открывается кормушка. Все. Очень просто. И можно пару дней не заглядывать к ним. Сами кормятся. Вот вещь. Пришла, наступила, открылась кормушка. Вон, идите наверх, там сидите, там сухо. Так, теперь нужно у них управиться и посыпать опилки свежие. Так, что у нас яйца? Яйца есть. О, снесли. Так, и также поилка. Наливаем ведро, и тут они поют. Пьют водичку. Все, пропустите меня, я пойду убираться у вас. А? Девчонки. Что-то вы худеете. М? Красавицы, что худеем? Ой, смотри. Ой. Петя. Что, нельзя погладить, что ли? М? Можно вас погладить? Ничего у меня нету. Ничего. Чё пришли? Я за яйцами пришла, а вы чё пришли? М? Можно вас погладить? Оп! Я за яйцами пришла. Это вам на обед. Так. Что тут интересного? Салат пришел. Зеленушка. Витаминчики вам. Все, все пришли. Петя, ты где? Петя там водичку пьет. А я нарву зеленушку. Так, лучок. Есть зеленый лучок, который где-то затерялся, когда я грядку готовила к зиме. И вот вырос лук. Трава растет, зима, трава растет. Тут чеснок тоже откуда-то появился. И мята, надо мяту к чаю нарвать. Красивая такая, свежая, зелененькая. А щавель был, щавель съели, приходили
Козы съели щавель. Ну да ладно. Управились за час. Все сделали, накормили, почистили. Я тут зеленушку еще пона собирала. В общем, поедем сейчас домой и по пути, так как на нашем пути попадется русский магазин, поедем еще заедем в русский магазин. Мне нужно купить для Ричи отруби, которые я ему даю, вкусняшки, вот эти вот хрустики. Вот. Так как они идут к нам с России, с Москвы, нас пугают, что прекратятся поставки в русские магазины товаров, которые идут с России. Кое-где уже нету конфет в русских магазинах, но конфеты мне не интересны. Мне нужно купить вот эти отруби. И если они там будут, я надеюсь, что они там будут, то я куплю сразу несколько штуки, 3-4. Потому что в наших немецких магазинах я не встречала такой продукт. Может быть, кто-то видел, напишите мне, зайду посмотрю, потому что я не встречала эту продукцию у нас. Но будет, конечно, очень грустно, печально, что уйдет с прилавка эта вся продукция, которая приезжает к нам из России. Печеньки, конфетки, отруби те же. Что там еще? Крупы. Да. Будет грустно. Ладно, поедем мы. Заедем, посмотрю обстановку, поснимаю, покажу вам. Давно не была, так как просила маму, чтобы она мне гречку покупала, а больше мне там ничего не надо было. От сладости я отказалась. Вот. Так что мне самой будет интересно, что там еще есть. Какой ассортимент остается. Сейчас обмениваюсь фотографиями с Казахстаном, с Натальей. Она скидывает, какая у них погода, природа, все белым-бело. Снег, небо такое голубое-голубое. Я ей нашу погоду скинула, природу, какая у нас. Сейчас уже серо, было хорошо, прям было прям небо такое чистое. Ну, где-то есть, но вот в основном серо, зелено-желто. В этом году как-то вот тепло почему-то. Не знаю почему. Погода что-то в шоке вся. Весна. Такое ощущение, как будто весна. Не, ну есть и холодные дни, но в основном нет, не то. Что-то не то. А у них там так красиво. Все белым-бело. Снег хрустит под ногами. Морозец. Все как надо. Натуральная погода. Время года зима. Пожалуйста, вам зиму. А у нас вот зимой и летом одним цветом. Аж это депресняк начинается. Но мы пьем витамин D. Он нас выручает. Ну, осторожно. Ой, какие конфетки. Любимые с детства. Новогодние подарки. Что нового завезли? Баранки. Сушки? Сушки, баранки. Сушки, может, сушек возьмем? Сушки. Вот эти вот. Империя вкуса. Сушка. €25. Дед Мороз со Снегурочкой. Счастья и здоровья в новом году. Олени по 10 евро. Я вот эти взяла, классические. Это малютка. Они почем? Ну переверни, там цена стоит. Тоже €25. Давай вот эти возьмем. Конфетки берем. Что у нас тут есть?
Ромашка. Ромашка какая-то интересная. Сколько ты тут набрал конфеток? Семечки. Крупняк. Почем они? Вот здесь колбасы, творог, молочка, сосиски, капуста, сало. Докторская колбаса разных видов. Пельмени замороженные, манты. Пирожки, блины. Соленья. Сода пищевая. €45. Тут тушенка, крупы. Гречка по €4. 3,65, 3,95. Отруби. Почем они? 89 центов. Я сразу возьму несколько упаковок на всякий случай. Разных возьму. Ну а тут травы по 3,79, одуванчик, полынь, расторопша. Так, а тут что у нас? Рыбий жир, спирулина, аскорбинка, глицерин, масло череды. Масло камфорное. Облепиховое масло. А птичка такая. Даже есть бабушка Агафья. Экспресс-маска. Почем она у нас? 3,39. Масло репейное. Бархатные ручки. В общем, ассортимент есть еще. Даже бигуди есть. Термобигуди. Закупились на 22,78. Магазин Калинка. Дома покажу, что купили. А приехали только за отрубями. Вот так всегда. Посмотрим, что мы купили на 22 евро. Вот такие вот сушки взяли. Так, Саша тут насыпал себе конфет по 8,90 килограмм. 9 евро килограмм. Здесь на 3 евро. Такие вот конфетки. Так, что у нас тут? Такая вот конфетка есть. Одни коровки. Темная ночь. Десерт. В общем, это все его. Семечки. Вот такие вот. Крупняк. И вот такие вот бабушкины семечки. Говорит, не очень. Попадаются и прелые, и пустые. В общем, как всегда. Так. Зачем же мы ездили? За отрубями, да? Вот такие вот дела. Пшеничные. 3 упаковки взял разных. Пшеничные. Овсяные отруби.
ржаные. Ржаные отруби. Ну, это для Рич. Ну, и когда я иногда подъедаю у него сода пищевая. Сало. Сало домашнее. Ивушка. Стоит 5 евро 73 цента. 470 грамм. Ну, вроде неплохое сало. Да. Сало как сало, чего пробуем. Так, что еще тут у нас? И сельдь. Атлантическая, евро 55. Такая вот. Все, 22 евро нету. За отрубями съездили. Буду заваривать чай. Мята домашняя, пахучая. Я ее помыла, сейчас подсушу немножко и потом в холодильник положу, чтобы на несколько раз заварить чаек. Вот. Теперь мешаем две заварки. Одну вот такую вот тонкую, не знаю, как она называется. Мелкую. Мелкую. Мелкого помола. И одну у нас крупнолистовая заварка. Такая вот еще есть. Так. Еще чуть-чуть. Все. Заливаем. Вот сейчас красиво сделаю. Так, это уберем. Сделаем красиво. Закрываем. Все. Запариваем чаек. У нас на обед супчик с фрикадельками. И с домашней зеленушкой. Положим зеленушечку. Ой, как вкусно. Как аппетитно выглядит, какая картинка красивая, желтая, зеленая. Сало порезали. Всем приятного аппетита. И нам тоже. Рич, а тебе? На, хрустики. Приятного аппетита. На-на-на. Мясо не получишь. Будем чай пить. Свежезаваренный. Вкусный такой. Запах стоит, аромат. Так, что у нас? Сушки, мед, варенье. Тут сгущенку надо докушать. Сашина любимая сгущенка. И тут у него тут целая лодочка конфеток. Все, будет теперь сидеть смаковать. Что такое? На. На. Только это могу тебе дать. Угу. Вкусно, я знаю. Тебе нравится. Играешься? Играешься? Кушай, ничего больше тебе не дам. Я хочу заснять вот такую вот картинку. 5 вечера. Темное небо. Камера высветляет, но очень темно. Очень. Тучи. Да. Будет дождь. Ветра нету. Люди едут с работы. Кто-то на работу, кто-то с работы. Вечер. Такое вот небо у нас сегодня красивое. Ну, небо красивое, да. Такое ощущение, как будто вот должен выпасть снег. Но нет. Наверное, будет просто дождь. У нас такая темень на улице. Ну, я снимала. Сидим вот.
Кстати, я тебя давно не показывала. А ну-ка скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Что? Что? Да. Скажи, сегодня была в русском и мороженое мне не купила. Да. Ну, не знаю, что-то я прошляпила. Извини. В следующий раз. В следующий раз куплю тебе мороженое. Пломбир. Лич, будем прощаться с нашими телезрителями, с нашими подписчиками, с нашими друзьями, родственниками. Скажи всем пока. Скажи пока. М? Не хочет. Мороженое ему не купила. А я уже буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам было с нами интересно. Ставим пальчик вверх, как всегда, пишем ваши комментарии. И мы уже увидимся с вами в следующем видео. Всем пока и до новых встреч!